Недельный план обсудили в ходе утренней планерки понедельника. Главная причина – самый большой процент пожаров дает неисправность печного отопления. Футбол мини страсти Макси. В зачет двух спартакиад сыгран один из видов спорта. Работы по строительству северного автомобильного моста через Енисей в районе поселка Высокогорский в Красноярском крае начнутся в этом году. Крудор уже готовят документы для проведения торгов с целью поиска подрядчика строительства моста. Поскольку объект сложный, а стройкой займет не один год, документация для аукциона довольно объемная. Документы уже подготавливаются, сам конкурс будет объявлен во втором квартале 2020 года, рассказали Дела.ру в пресс-службе Краевого управления дорог. О том, какие события еще запомнятся в этот день, расскажем в ближайшие полчаса. В эфире Северо-Енисейская информационная служба, в студии Артем Поздняков. Здравствуйте. Первого февраля 1945 года войска 3-го и 2-го Белорусского фронтов вели ожесточенные бои с группировками противника, блокированными в Восточной Пруссии. Опубликовано сообщение о том, что трудящиеся Сталинграда успешно восстанавливают тракторный завод. Возрождается заводской поселок. Восстановлены жилые дома, хлебозавод, две школы, больница, бани. 2 февраля, в 1322 день войны, Президиум Верховного Совета СССР принял указ об образовании в Литве Народного комиссариата легкой промышленности. В этот же день в боях против фашистских захватчиков в Италии геройски погиб активный участник антифашистского движения Федор Полетаев, единственный иностранец, который награжден высшей военной наградой Италии – золотой медалью за военную доблесть. 3 февраля 1945 года завершилась Висла-Одерская операция. В ходе этой крупнейшей операции было уничтожено 35 дивизий противника. Успешно завершена и Варшавско-Познанская операция. В результате Сандомирско-Селецкого наступления советские войска разгромили до 10 дивизий противника, полностью очистили южную часть Польши и перенесли военные действия на территорию Германии. Одной из главных тем после обильных снегопадов становится расчистка территории. В первую очередь в порядок приводятся автобусные маршруты и центральные улицы населенных пунктов. Сложнее с периферией. Об этом и многом другом говорили в ходе еженедельной планерки в администрации района. В администрации района состоялась традиционная планерка понедельника. Это заседание было и 1 февраля. Провел совещание, на котором собрались главы администрации поселков, руководители учреждений предприятий, специалисты подразделений, временно исполняющий полномочия главы района, первый заместитель главы района Алексей Рябцев. Перед началом планерки Алексей Николаевич вручил благодарственное письмо коллективу районного лесничества, который отметил 65-летие службы. Благодарственное письмо главы Северо-Енисейского района вручается коллективу Краевого государственного бюджетного учреждения Северо-Енисейское лесничество за большой вклад в решение поставленных задач в области лесного хозяйства, охраны окружающей среды, плодотворное сотрудничество, высокий профессионализм и в связи с празднованием юбилейной даты 65-летием со дня образования Северо-Енисейского лесничества. Вот такое. Отдельные поздравления получили члены коллектива. Всего в этот день прозвучало 10 поздравлений юбилярам и специалистам района. А главная тема планерки – очистка от снега подъездных путей пожарным гидрантам, дорог, придомовых территорий, крыш. Например, в поселке Брянка в этом году снега уже выпало на 2% больше, чем в прошлом. По снегу. Значит, уровень снега в этом году у нас на 18 сантиметров на эту дату больше, чем в прошлом году, 95 сантиметров в среднем. И работаем сейчас с гражданами, выдали уже более 70 уведомлений по уборке кровли и 7 учреждениям. Ну, у нас как бы основное здание – это школа, где как бы надувы получается у нас с северо-восточной стороны. Ну, там, где было как бы опасно, это почта, на входах почту все это убрали. Вот. Ну, а там, как бы, где еще, ну, то есть высота, она не вся позволяет как бы всю эту работу сделать. Поэтому мы сейчас огородим, и чтобы не было доступа, то есть он как бы никому не мешает, если туда не лезть. Вот. Значит, с гражданами отрабатываем вопросы подписания доп. Соглашения. Уже более 70 сделано по вывозу мусора. Также собираем заявление «Север-Юг». Собираем заявление на ремонт печей электропроводки.
В райцентре на февраль запланированы 8 собраний МКД. Темы разные – заключение договоров управления, рейды пожарной безопасности и другие. В ТЭИ в четверг 6 февраля высадится муниципальный десант, в состав которого войдут специалисты разных отраслей. Жители поселка ждут в 15:30 в Доме культуры. Такая встреча уже произошла в поселке Новая Калами. Как отмечают ее участники, была очень полезной и познавательной. У нас котельные ЖЭУ работают также в штатном режиме. Регулярно производится очистка дорог и их подсыпка. Сегодня в Яношину едет бульдозер расчистку дорог производить. На Лидии постоянно под контролем. Произвели проверку свободных жилых помещений муниципальных, в которых центральное отопление. Там все в порядке. Оказываем помощь населению в части приема заявлений по программе переселения. По перечислению выплат от социальной защиты на лицевые счета граждан, по перезаключению договоров коммерческого найма. В четверг прошла встреча в поселке Новая Калами населения с руководителями отделов администрации социальной защиты, центра занятости пенсионного фонда в части разъяснения нового в законодательстве. Такая встреча в Яношину запланирована на 7 февраля. По дровам у нас проблем нет. И 8 числа, да, февраля, у нас также Лыжня России пройдет. В поселке Вангаш молодежь и подростки оказывают помощь представителям старшего поколения. В их числе пенсионеры, люди категории «Дети войны», «Труженики тыла» и другие. Пожаловались жители на холодный автобус, который осуществляет перевозки пассажиров по маршруту Северо-Енисейский Вангаш. Транспортное средство в течение ночи находится на улице, а потом не успевает прогреться. Вельмо долгов по ЖКХ стало меньше на 20 тысяч рублей. Жители после проведенной работы стали рассчитываться. Стоит отметить, что в УМУП УККР для работы с долгами выделен отдельный специалист. Также предприятие в течение недели будет заниматься очисткой надувов козырьков крыш. Спасателям пришлось совершать 5 выездов. 3 из них оказались сложными. В 2 случаях произошли мелкие пожары. В сети магазинов управления торговли завезли 15 тонн продуктов и 18 тонн овощей. Выручка составила 8 229 тысяч рублей, что почти в 2 раза больше по сравнению с январем 2019 года. Хлебобулочных изделий выпекли 45 тонн 451 килограмм. В январе 2019 года выпуск составил 47 тонн. Как пояснили, магазины индивидуальных предпринимателей стали чаще доставлять хлебобулочные изделия из краевого центра. На молодежную премию главы района подал документы 51 человек. Почти половина, 20 соискателей, номинанты в производственной деятельности. 5 февраля в средней школе номер 1 состоятся соревнования по гимнастике. 8 февраля в районе стартует акция «Лыжня России», а 9 февраля турнир «Лед надежды нашей». Григорий, ясно, только безопасно. Специалист администрации районного центра и заместитель начальника пожарной части номер 94 раздали жителям частного сектора памятки по пожарной безопасности и эксплуатации печей. Какая причина становится причиной пожаров в нашем районе, знает наш корреспондент. Так, знаете, да, что оставлять без присмотра топящиеся печи нельзя. Также поручать детям надзор за печами тоже нельзя. Располагать горючие вещества и материалы на предтопочном листе нельзя, запрещено. Применять для розжига бензин, керосин, различные горючие материалы тоже нельзя. 2 раза в месяц работники администрации городского поселка Северо-Енисейский совместно с пожарной частью номер 94 информируют жителей о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. На днях памятки по эксплуатации печей, листовки с полезной информацией розданы жителям улицы Урицкого. В последние годы в Красноярском крае последствия бытовых пожаров становятся все тяжелее. В нашем районе наиболее частой причиной возникновения возгорания жилых домов становится неисправность печей. В деревянных домах с печным отоплением, соответственно, конечно, неосторожное обращение с печным отоплением. Неправильное обращение с печным отоплением. То есть это вымоленные угли и, как правило, самое распространенное у нас здесь, по крайней мере, точно, это загорание чердачного помещения через трубу. Так как за ней не следят те же хозяева, трещина, потом оттуда огонек пошел, особенно в зимний период, это когда хорошо топят, особенно минус 40, как ни странно, дома горят. Вот простой пример ТЭЭ. Также говорим о страховании своего имущества. Зачем нужно страховать? Страховать для того, чтобы в случае возникновения пожара, чтобы страховая компания заплатила хоть какую-нибудь компенсацию за ущерб. Сегодня известно, что в предновогодние дни в поселке ТЭЭ сгорел дом именно из-за трещин в дымоходе. Работники администрации и пожарной части напоминают, что печи и дымоходы должны быть без трещин.
оштукатурены и побелены. Чистку дымохода необходимо проводить раз в 2 месяца. Перед топочной дверцей печи должен располагаться металлический лист. Также нельзя использовать дорожек горючие жидкости, сушить на печи и вблизи нее дрова, обувь, одежды, ставить мебель. И, конечно, не оставлять топящуюся печь без присмотра и поручать присмотр за ней детям. Стоит обращать внимание и на состояние электропроводки. В частных домах нередки случаи короткого замыкания, что также может привести к пожару. Артем Поздняков, Виктор Потапчук, Северо-Енисейская информационная служба. Далее наш эфир продолжит литературная страничка, в которой сегодня с книжными новинками районной библиотеки вас познакомит ведущая нашей постоянной рубрики Татьяна Шевцова. Здравствуйте, уважаемые жители и гости нашего района. Для вас прозвучит обзор книжных новинок. Билл Джеймс, «Человек с поезда». С 1898 года по 1912 год простые американцы из маленьких городков ложились спать, не зная, повезет ли им проснуться утром. На протяжении этого времени вся страна была охотничьими угодьями страшного, безымянного и неуловимого человека с поезда. Он просто сходил на железнодорожной станции, проникал в близлежащий дом и зверски убивал всех его обитателей, не жалея ни стариков, ни детей. А потом, не тронув ни денег, ни ценных вещей, вновь садился на поезд и продолжал свой кровавый путь. Более 100 жертв. Целый ряд несчастных, ошибочно осужденных и казненных за преступления человека с поезда. Те, кого растерзала толпа линчевателей по одному лишь подозрению. Кем же в действительности был этот монстр? И как Биллу Джеймсу и его дочери удалось установить его личность спустя 100 лет? Владимир Топилин. «Слезы черной речки». В эту книгу вошли 2 романа. Повесть «Слезы черной речки» и повесть «Немтырь». Повесть рассказывает о далеких предвоенных временах прошлого столетия. 1940 год. В таежном поселке Чебежек все работы связаны с золотом. Но принесет ли это таежное золото счастье Андрею и его подруге Марии? Повесть «Немтырь» о суровом времени конца 30-х годов 20 века. Чтобы не разделить участь отца и братьев подвергнутым репрессиям, 17-летнему юноше из латышских переселенцев Янису приходится скрываться в тайге долгих 18 лет. Игорь Берглер. «Потерянная Библия». Совершено жестокое убийство. На месте преступления находят 3 убитых мужчин. У одного из них нет ушей, у другого глаз, у третьего языка. На шеях татуировки с изображением дьявола, а из тел убитых сформирован перевернутый крест. Полиция просит известного ученого Чарльза Байкера помочь найти убийцу, ведь только ему под силу разгадать эту загадку. Древняя легенда о монахе, что продал душу дьяволу, история о кровавом графе Дракуле и старинной Библии Гутенберга. Легендарный меч Дракулы и загадочное наследство деда Чарльза. Прошлое и настоящее переплетаются. Чтобы найти выход из этого лабиринта, ученые отправляются в опасное путешествие, раскрывая древние артефакты, взламывая коды и пароли, раскрывая опасный заговор. Эти и другие произведения вы можете взять у нас в Центральной районной библиотеке. Мы будем рады видеть вас. До новых встреч! И о спортивном событии. В минувшие выходные состоялись соревнования по мини-футболу в зачет сразу 2 спартакиад – 25-й среди коллективов и поселков района и 9-й среди ветеранов. О победителях и призерах расскажем прямо сейчас. Мини-футбол этой спартакиады всегда был уличным видом спорта. Но на протяжении уже нескольких лет он проводится в спортивном зале. От этого игра своей прелести не потеряла, и азарт, с которым игроки гоняют мяч по площадке, остался прежним. 2 тайма по 10 минут нужно отыграть в матче. Всего 6 команд. Игры проводятся по подгруппам, и их будет 11. Выдержать своеобразный спортивный марафон весьма непросто, но такова специфика проведения соревнований в нашем районе. Первые игры, как правило, больше походят на разминочные. Разогреться, оценить соперника, сделать выводы и отметить галочкой первую победу или поражение.
Очень серьезная команда, все видно, что футболисты именно, вот, допустим, Полюс там приехал. Короче, ну, тяжело будет. Свою минуту славы команда районного управления образования один раз уже получила. В 9-й спартакиаде среди ветеранов спорта они стали первыми. Сегодня настрой на победу, но борьба будет очень серьезной. С первых минут свою заявку на победу сделала команда «Горняк». В первой игре со сборной спортивного клуба «Север» они победили со счетом 4-1. У нас тут соперник основной — это Полюс, с которым будем биться, как обычно. Тот же Дражник, в принципе, ребята неплохие сейчас, спортивные все. Так что в целом борьба конкурентная такая тут, неплохая. Нормально. Да. Ну и в этом интерес, да, чтобы это более-менее средние, ну, похожие были соперники, чтобы конкуренция была. На победу настроена и команда «Полюс Красноярск». Несмотря на постоянную замену в составе сборной, сегодня здесь играет футболист, который окончил школу Олимпийского резерва по мини-футболу. Правда, теперь мяч удается погонять только от соревнований до следующих соревнований. Мы приехали сюда, чтобы только побеждать, и все. То есть поражение в наши планы не входит, это 100%. То есть соперник очень достаточно хороший. Ну, посмотрели так, всем уже как бы... Сейчас первая игра очень тяжелая оказалась, так после дороги, после работы. А, тоже у нас ночной, что ли? Да, мы, ну, больше половины у нас сейчас игроков с ночного переехало, смены. Мы после работы так и отдыхаем. То есть спорт у нас отдых. Отдельные слова хочется сказать про команду спортивного клуба «Север». Сегодня их состав полностью молодежный. А так как соревновательного опыта им набираться надо, то игра со взрослыми – отличный вариант это сделать. К их игре старшие относятся с уважением. В целом ребята молодцы, молодые, но стараются, бегают. Ну и мы должны для них примером быть, в том числе. В прошлом году победителем соревнований по мини-футболу стала команда золотодобывающего предприятия «Полюс Красноярск». В этом году именно им было предоставлено право поднять флаг соревнований на церемонии открытия. Но сегодня они только вторые. Победу в этот раз праздновали футболисты команды «Горняк». Третью строчку в итоговом протоколе заняли работники предприятия «Софрудник». Лариса Пустокашина, Александр Еськин, Северо-Енисейская информационная служба. Годовщина свадьбы – особенный и неповторимый праздник. Супружеская пара, прожившая в любви и согласии долгую и счастливую жизнь, вызывает уважение и восхищение. Семья Надежды Павловны и Ефима Ивановича Глазыриных зародилась ровно 50 лет назад. И с тех пор они многого добились в жизни. Добросовестно трудились, вырастили и воспитали 5 детей, стали любимыми бабушкой и дедушкой для внуков и правнуков. О том, как складывалась семейная жизнь золотых юбиляров и в чем кроется секрет счастливых отношений, расскажем прямо сейчас. Я и мои коллеги на этом с вами прощаемся. Увидимся. В далеком 1969 году Надежда и Ефим Глазырины случайно встретились, и судьба связала их в единое целое. Минула половина столетия с тех самых пор, и все эти годы они рука об руку, поддерживая друг друга и преодолевая все трудности на своем пути, прошли долгий и тернистый путь совместной жизни. Вспоминая, с чего все начиналось, Надежда Павловна с улыбкой на лице говорит, что пришел Ефим Иванович к ней на один день, а остался на всю жизнь. Он приехал в гости к другу, а я получила квартиру на стройке, работала, на вот это в Кемеровской области, в Беловский район. И получилось, ну, раньше как, уплотняли же, и вот трехкомнатная квартира, секция называлась. Угу. Там уже две семьи жили и дали мне квартиру. И вот по в соседней комнате жила женщина, у ней муж, его друг. Друг детства был. А я только одну ночь там переночевала. Мы даже с соседями не познакомились. И вот я куда-то собралась идти, вышла на площадку, он поднимается по лесенке. И, в общем, мы друг друга глазами встретились. Вот я, допустим, шла и думаю, вот мне бы такого. А он мне потом признался, сказал, моя будет. И знакомы мы были, вот он, посидели мы в этот день, они меня пригласили туда, мы посидели, ну, часа 2-3, и я ушла. Он на следующий день на утро уехал. Потом он еще раз приехал. Я в этом, в Новокузнецке жил. Да, я он еще раз приехал. Тут мы уже поплотнее с ним познакомились. Ну, да. Потом он опять уехал. А потом у меня уже душа заболела. Вдруг я упущу. Я вот его друга, Колю,
Говорю, Коля, езжай за ним, ты знаешь, где он? Он говорит, знаю. И он его привез. Вот с тех пор стали жить. А потом он, мы пожили немножко, и он уехал к маме, к своей, там устроился на работу, мне присылает письмо, раньше не было этих телефонов, что, мол, 30 января мы будем с тобой регистрироваться, приезжай. Он там работал. Вот я поехала к нему. Да, в биологическую партию устроилась. Мы там расписались, и я уехала домой. На Красный Брод. А он остался там. И потом он приехал, и в октябре месяце он нас собрал и увез. И маму мы с собой забрали. А куда я ее оставлю? Ехали, раньше багаж возили, багажом на поезде отправляли вещи. Ну вот и приехали. Надежда Павловна в шутку называет себя женой декабриста. Ефим Иванович много лет трудился в геологических партиях буровиком, поэтому часто приходилось переезжать в годы перестройки. Путешествовала семья много, от Саян до Иркутской области. Так и на север попали в 1983 году. Сначала Ефим Иванович на разведку, а следом за мужем сильная и смелая Надежда Павловна с охапкой детей. Он приехал с участка, и мы всю ночь ехали на эту Олимпиаду. Глубокой ночью мы приехали, нам дали какую-то заездочку, там 3 комнаты. Нам 2 комнатки дали, там в соседней комнате инженер жил с женой, с маленьким ребенком. Ну, потом нам дали дом, квартиру 2-комнатную, там нет отопления. Это которая сейчас Олимпиада? Это Еруда, которая сейчас. Вот которая Еруда Олимпиада, где вот геологическая партия была когда-то там. Да, это потом. Олимпиадинское месторождение, так она и называлась. Да. Угу. Вот. А это дом уже дали, ни отопления, ничего там, его отремонтировали. Этот поставил буржуйку в прихожке, в коридорчике. Ребятишки спали одетые. Ну потом, правда, батареи поставили, воду сделали, в общем, все сделали. А там всего 9 домов было. Вот как раз мы в 83-м году приехали, вот стройка началась, вот эту Олимпиаду начали строить. Деревянные дома там, щитовые дома строили. Ни школы, ни садика, ничего. Супруга Ефима Ивановича пробовала себя в разных профессиях. Везде отзывалась, где нужны были трудолюбивые руки. И при этом успевала 5 детей воспитывать, да семейный очаг сохранять своим теплом и женской заботой. Сейчас, будучи уже бабушкой и прабабушкой 3 правнуков, занимается домашними хлопотами, балует своих родных вкусными блюдами и кулинарными шедеврами. Ефим Иванович, несмотря на то, что уже пересек 75-летний рубеж, продолжает трудиться и находит для себя много увлечений и хобби. Любитель рыбалки, огорода, бильярда и городошного спорта. Я когда работал в детско-юношеской спортивной школе, работал, да? Там тренер по боксу Владимир Степанович. Он один раз мне говорит: Ефим Иванович, вы не хотите? Я слышал, что... Соловьев меня узнал, что я в городке играю. А у нас же, я же когда работал в детско-юношеской спортивной школе, где сейчас построено бассейн, там же не было, там же хоккейная коробка стояла. Да, и вагон. А там внизу-то построили стадион, а там городки были. Судьей пойдешь? Я говорю, а что, нельзя, что ли? Пойду. Ну и все, и вот я уже 6 лет уже судья. В день юбилея совместной жизни Надежда Павловна и Ефим Иванович Глазырины встречали почетных гостей с горячим караваем в руках и благодарно принимали дорогие сердцу поздравления и подарки. Председатель районного совета депутатов Татьяна Калинина и глава администрации поселка Нина Тифанова выразили свое почтение виновникам торжества, отметили их трудолюбие и жизнерадостность. По такому случаю Нина Юрьевна и Татьяна Лукьяновна, как представители районной власти, пришли к юбилярам с ценным подарком – мотокультиватором, который станет хорошим помощником для любителей сельскохозяйственного ремесла. Ведь Надежда и Ефим Глазырины уже многие годы содержат огород. С замечательным юбилеем, 50-летием совместной жизни. Вы наши золотые сегодня. Золотые, да. За долгие годы вашей совместной жизни вы пережили многое. И ни один день не назовешь легким, но вы не просто выдержали все испытания, но и пронесли свои чувства, не растратив их по пустякам.
За праздничным столом в окружении родных и близких Надежда Павловна и Ефим Иванович с удовольствием рассказывали о своей насыщенной и интересной жизни. Вспоминали, сколько всего выпало на их долю. Сын Алексей Глазырин с почтением и уважением относится к своим родителям. Вспоминая детские годы, говорит о том, как было весело расти в большой и дружной семье. У нас мама как бы она больше занималась домом. Хозяйством стряпала. Потому что у нас, как получается, самая старшая сестра была Таня. Она была всех нас старше, то есть меня на 6 лет, брата на 3 года. То есть она с няньки была, сестра. Мама, как говорится, пахать и все. Вот это в основном у нас занималась сестра, как бы. Мама, да, все контролировала, все это делала. Ну, как бы мы друг за дружкой всегда как бы смотрели сами за себя. Сестра за Женькой, Женька за мной, там, и уж такая система у нас тут была. Я братана вещи донашивал, там, сестры донашивали, там, сестры вещи, как бы. Ну, как всегда раньше так и было у всех. Ну, маме-то помогали, вот эти более вот, маленькие мужчины уже помогали. У нас раньше там было, у нас как вот, где мы жили, вот все эти места. Раньше машинок же не было, автоматов, помните? Стирали все вручную, вот эти все машинки. Там было все серьезно, потому что, ну, как вот. Полоскали в этих же ванны большие там. Кто мог, как говорится, в том возрасте, тот все, мы все этим занимались. 5 детей, у нас, ё-моё, да не надо ни друзей, никого, понимаете? Вот не надо на стороне искать. Друг у тебя лежит рядом с тобой, да? Можно поговорить, можно, ё-моё, рассказать что-то, поиграть с ним. На вопрос о том, в чем хранится секрет семейного благополучия и крепкого брака, супруги Надежда и Ефим Глазырины ответили коротко, но так точно. Ефим Иванович считает, что любовь проявляется не словами, а делами, поступками. И Надежда Павловна ни разу в его чувствах не усомнилась. А сама придерживается того, что самое главное в отношениях – это доверие друг к другу и желание говорить друг с другом, открыто рассказывая обо всем.